создаем музыку, мы создаем музыкальные видео, мы участвуем в каких-то серьезных музыкальных мероприятиях. И мне кажется, что этот год, он был очень примечательный для всех нас, потому что нам удалось привлечь внимание, самое главное, не к нам, а к нашим дорогим артистам, к нашим людям, для которых мы живем, для которых мы стараемся, для которых мы творим, для которых мы пишем музыку, для которых мы снимаем видео, для которых мы делаем абсолютно все, чтобы их работу, их творчество узнали. Узнали везде, во всем мире, за пределами Америки, за пределами России. И одной из самых главных задач следующего года я вижу в том, чтобы все музыкальные границы, не только музыкальные вообще, чтобы все границы стирались. Я думаю, что основная проблема нашего мира в том, что существуют какие-то границы, в том, что мы отделяемся друг от друга каждый день, каждый год все больше и больше. И этого не должно быть. Мы должны быть ближе друг к другу. Самое главное чувство, которое должно владеть людьми, это любовь. Любовь к себе, любовь к своим людям, любовь к окружающим, любовь ко всем музыкантам, артистам, просто обычным, нормальным людям, которые создают для нас абсолютно все, для которых мы работаем. И давайте ожидать того, что будет как можно меньше границ между нами в новом 2015 году. С Новым годом всех!